15 минут до открытия, а рядом с новым магазином «Маяк», который находится по улице Коммунистической, 19, уже собрались первые покупатели. Тем временем руководство торговой сети «Маяк» с коллективом нового магазина, а это 12 человек, перерезают красную ленту и встречают первых покупателей. Для города Лиды это уже четвертый магазин выгодных цен, который работает по принципу жесткого дискаунтера. Его отличительная черта – это то, что вместо привычных всем акций и скидок на отдельные позиции, здесь абсолютно на весь товар изначально выставлена максимально низкая цена. Для покупателей в новом «Маяке» предлагают более 1500 наименований качественных товаров белорусских производителей, а также товаров повседневного спроса. В городе Лида, в микрорайоне Слобода, открывается наш четвертый «Маяк» в городе по адресу улица Лида, Коммунистическая, 19. На данный момент формат магазины формата «Маяк» полюбились жителям города Лиды. Мы активно развиваем его для того, чтобы удовлетворить потребности жителей всего города. Магазины «Копеечка», «Маяк» и «Доброном» на сегодняшний день насчитывают 14 торговых объектов по городу. У нас представлен широкий ассортимент товаров как продовольственного, так и непродовольственного характера. Здесь любой желающий может приобрести себе все виды товаров, которые представлены на нашем рынке в магазинах. Просторный торговый зал площадью 270 квадратных метров позволяет свободно перемещаться между торговыми рядами. А система упрощенной выкладки товаров позволяет предложить покупателям максимально низкую цену. В «Маяке» представлены товары различных групп. Это и молочные продукты, и отдел хлебобулочных изделий, и бакалея. Проще говоря, те товары, которые пользуются широким спросом у покупателей. Есть тут и бытовая химия. Стиральные порошки, гели для стирки, мыло, средства для мытья посуды и многое другое. А также стеллажи с канцелярией и детскими игрушками. В отделе продовольственных товаров ассортимент приятно удивляет и своим разнообразием, и низкими ценами. Особое внимание привлекают свежие фрукты и овощи. Холодильный отдел обеспечивает максимальную свежесть скоропортящейся продукции. Конечно, район большой, это такого уровня магазин просто необходим был в этом районе. Замечательно, что он открылся. Цены доступны по сравнению со многими другими магазинами, даже какие-то наполовину дешевле. Я живу на Слободе, и я очень ждала открытия этого магазина, потому что я живу рядом. И довольно-таки комфортно просыпаться и сразу идти в этот магазин. Тут идти минуты две, и я его ждала еще не только потому, что он близко, а потому, что тут огромный выбор товаров, и ты можешь просто прийти и выбрать все сразу. И ценники хорошие. Ассортимент в этом магазине довольно огромный. Раньше пришлось добираться очень далеко, аж почти что до 8-й школы. И было очень удобно, так как я здесь живу, мне стало намного удобнее добираться в этот прекрасный магазин. Оценка 10 из 10. Ассортимент товаров, высокое качество, низкие цены и дружелюбный персонал. Все это делает магазин «Маяк» идеальным местом для ваших покупок. Расположенный по адресу улица Коммунистическая, 19, магазин «Маяк» рад приветствовать вас каждый день с 9 утра до 22 часов вечера.